Итак, сравниваем. Строчок гигантский, съедобный. Строчок обыкновенный, в котором есть яд герметрин. Отличается по цвету. Этот более желтенький, эти более темные. Дальше, если вы отрежете и здесь вот кусочек ножки, то видите, что мякоть все равно, она, как и здесь, более белая. Вот сама и ножка, и изнутри видно мякоть, она такая грязно-розовая. Теперь разрезаем. Более белый строчок гигантский. Он съедобный. Вот этот грязно-розовый, в нем яд герметрин. Этот наполнен весь мякотью абсолютно. И здесь шляпку вы не сможете никак отковырнуть. Она приросшая к этой огромной толстой ножке. Здесь продолжает прослеживаться ножка. Вот она, полая, она одна. Но иногда бывает строщаяся. А шляпка, вот это вот сверху, все сморщенное такое, это фактически одна шляпка, которая легко вот так вот отковыривается. Видите? Гриб фактически состоит из кривой шляпки.